5 главных любимчиков женщин по знаку зодиака. Они самые харизматичные, брутальные и будоражащие сознание. 5 знаков зодиака, которые являются максимально притягательными для представительниц слабого пола. Овен. Любитель поиграть мышцами и подкинуть острую шуточку. Этот мужчина далеко не тот принц, который будет петь вам серенады под балконом и плакать вместе с вами над мелодрамами. При этом ему каким-то удивительным образом удается заманивать в свои сети добрую половину представительниц прекрасного пола. У Овна отменное чувство юмора, он настойчивый и темпераментный. Такого мужчину сложно не заметить в толпе, потому что его частенько окружают компании прекрасных девушек, готовых слушать этого харизматичного весельчака с открытым ртом ночи напролет. Близнецы. На первый взгляд этот мужчина может показаться вам абсолютно неприметным. Но будьте уверены, что после 50 минут общения с ним у вас не останется никаких шансов на отступление. Этот очаровательный болтун окутает вас своими содержательными беседами и ироничными историями из жизни за считанные минуты. Таких мужчин называют классными, прикольными, легкими, потому что они действительно легки на подъем и терпеть не могут сидеть на месте. Мужчины-близнецы обожают знакомиться и раскрывать женщин с разных сторон. А женщины, в свою очередь, принимают их внимание в свой адрес за флирт и не успевают опомниться, как находят себя в объятиях этих сердцеедов. Весы. Обаятельные и дипломатичные, всегда ухоженные и тактичные. Эти мужчины умеют поддержать любой разговор в женской компании. А поскольку они гурманы и большие ценители моды и искусства, то увлечь женщину интересным разговором им не составляет особого труда. Мужчины-весы доброжелательны и галантны, что часто воспринимается женщинами как флирт. Не влюбиться в таких разносторонних и внимательных мужчин очень непросто. Скорпион. Невероятно притягательный, этот мужчина обладает каким-то особым магнетизмом. Причем он может, даже не обладая какими-то особенными внешними данными, привлечь к себе внимание одним только взглядом. Энергия льется из него через край. Эти мужчины нередко становятся участниками историй, где женщина понимает, что отношения не имеют будущего, а уйти не может, потому что плотно подсела на сумасшедшую энергетику Скорпиона. Рыбы. Мягкие и чарующие, эти мужчины обволакивают своим теплом и вниманием женщин, независимо от того, в каких отношениях находятся с ними. И что удивительно, это внимание ненавязчивое и по-детски умилительное. Женщины, не видящие прежде в своей жизни тепла со стороны мужчин, просто тают от этой рыбьей нежности и романтичности. У рыб есть главное, горячее сердце, которое готово отогреть даже самую холодную и утратившую веру в глубокие чувства женщину. Друзья, независимо от того, верите ли вы в гороскопы или нет, они существуют веками. Многие поколения смотрели на звезды и движение планет, чтобы улучшить различные аспекты своей жизни. Вы много можете узнать из своего гороскопа, сформировать вашу точку зрения и улучшить свою жизнь. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и не пропускайте новых выпусков. Не забывайте нажимать на колокольчик и писать в комментариях. Мы вас любим. До новых встреч. Благодарим за просмотр.